А ты мурку хотел сыграть? Ну, конечно, два часа. А мурочку? Ты мурку хотел сыграть? После 13-го этюда, так отшарапал. А, мурку, ну это можно. Ну так это и вы можете сыграть. Не, ну интереснее, чем ты сыграл. А ваша трактовка? Да, импровизация. Да. Ну почему-то, вот это, да. В кино почему-то это идет в вреде. Больше никому не говоря. Ну, монолит, так, ну, фундаментальный. А теперь я. Это на самом деле здорово будет. А вот звезды скучные. Так, да, это интересно. Александр Юрьевич, запиши, я уже. Да, давай, давай, я записываю. Так. Это такой цирковой номер. Ну, это на гитаре так играет. Так, груди так. То же самое. Я готовся и стал. Мне да, потому... В июне перед концертом покажем обязательно. Играй. Нормально, нормально. Это же надо тренироваться постоянно.
тогда... Надо тренироваться постоянно. Вот, когда ты уже играл у меня. Гений. Ну как Паганини, на одной струне, он так же спиной. Да, так же, да, тоже. Как в свое время. Салон Юрия Лапунина. Нет, мы в академии так рисовали. Вот так берешь кисть, и нужно было... О, ты гитара, знаете, как на гитаре? Беру вот так. Хочешь, я покажу? Постановка называется. Фломастер в стол. Ну, считается... Ну а теперь это, сделав уроки, Максим выбежал во двор. Да, а дальше? Рассказать? Конечно, расскажи, пока ты в настроении. Пока ты в ударе. Это, когда мой сын учился в третьем классе, вот я с ужасом увидел учебник русского языка. Он был даже хуже, чем по которому мы учились. Новая редакция. Задания. То есть какие-то там темы, типа рабочие дробят камень, что-то такое, непонятно. И вдруг такое задание, значит, придумать, написать как бы сочинение, как бы изложение. Сочинение. Описание какой-либо профессии. Вот. Причем это для всех школ. И вот учитель была вообще там, мы поссорились, я ему потом другую школу привел, потому что она с ошибками сама писала. Она написала «опоздал» в дневнике. Она думала, что от слова «опаздывать». То есть «опоздал» она написала. Это учитель русского языка. Я директор математичка. Она прекрасный человек. Я говорю, ну извините, не повезло с классным руководителем. Вот. Куда же от нее деваться, она будет до 8 класса. И это... Юга, как надо ты писать? Хоть расскажи хоть. Ну, да. Мы же не знаем же, как надо писать тогда. Самое главное это да. Профессия. А я с утра встал, спрашиваю, что я не говорю, да все, ладно, все, я сейчас все сделаю, сейчас все, давайте, сейчас, значит, так. Он что-то начал говорить, что вот, значит, однажды, я говорю, почему однажды, почему я? Четверг, Максим, сделав уроки, вышел на улицу. Вдруг он увидел Петьку, сына дворничихи из соседнего двора. Петька подошел к Максиму и спросил: ты когда-нибудь видел, Максим, как рабочие разделывают Нет, удивился Максим. А как разделывают тушу, там что-то еще, доски, что-то. Нет, никаких этих профессий я никогда не наблюдал. Ну так побежали смотреть, как плотник из соседнего двора мастерит новую скамешницу, новую песочницу. И детвора устремилась к зрелищу. Да и было на что посмотреть. Мастер был очень худой и низкорослый. Он проворно распилил брус на 4 равные доски, сложил их квадратом и ловко сбил гвоздями. После этого он ударил ладонью о ладонь, засмеялся тонким дребезжащим голосом и сказал: «Дело мастера боится». Максим посмотрел на Петьку добрыми глазами и сказал: «Я считаю, Петр, что дело не должно бояться мастера. Каждому ремеслу надо долго учиться. А дело боится только плохого мастера». Юрочка, а теперь скажи, какие все-таки варианты слова «опоздал», какие другие варианты ты знаешь? Ну, у Ушакова-Крючкова... Да, 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 внимательно, да. «Опоздал». «Опоздал», хорошо, «опоздал», да. Но они же не знают, не читали, я понимаю. Какие еще варианты вы знаете? Ну, у нас, по крайней мере, бюджетная школа, так сказать, академическая, она учит по Ушакову и Крючкову. Да, понятно. Вот.
Варианты могут быть любые, но тот, который принят на сегодня условно, его хотя бы учитель русского языка должен знать. Можно даже А опоздал. Да, можно было записать еще А опоздал. Так что на только можно. Я еще забыл сказать, что почему дело мастера боится, потому что упражнение называлось «Придумать профессию» на тему «Дело мастера боится». Вот. Я и подвел к этой мысли. Да, понятно. Это уже меняет дело. Да, плохой... Что поставили-то, что за плохой мастер — это большое зло. Ничего неизвестно. Знаете, сам это $100 полька. Так, а можно я тогда лучше туда тогда пойду, там светлее, потому что мне будет здесь удобнее отсюда. От окошка, да, совершенно верно. Вот так даже лучше будет.
Спасибо. Ну, надо будет еще сегодня вечером повторить пару раз. И завтра еще раз, раз три. И ночью еще. И ночью, ночью глазами, глазами, как Павша. Что зачем идет? Потому что там видишь. Только ты его не спал. Кстати, сейчас вот вдохновение. Конечно, я это не в счет. Думаю, что вот градусы тоже роль играют какой-то. Вот. Но дело в том, что, конечно, сейчас вот вдохновение было больше, чем